Привет, друзья! В новом выпуске вы узнаете о проекте уникального модульного робота, способного принимать практически любую форму. Пишите в комментариях ваши мысли об этом изобретении. И, конечно же, ставьте лайк, если вам понравилась эта идея. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новейшими технологиями и изобретениями. Канал Next Idea. Проект под названием Cell Robot начал сбор средств на сайте Kickstarter. Cell Robot — это комплект сферообразных сегментов, которые позволяют собрать собственного оригинального робота. Механизм устройства приводится в действие за счет основного элемента под названием сердце. Элемент сердца связан со смартфоном или планшетом при помощи Bluetooth и полностью отвечает за поведение робота. Ячейки сферы Cell Robot соединяются между собой и крепятся к сердцу. Соединять составные части можно практически как угодно, делая робота уникальным. Устройство привода обеспечивает вращение каждой сферы на 360 градусов. Помимо дополнительных сфер, в комплект Cell Robot входят колеса, камера и крепление на твердые поверхности. Канал Next Idea. В приложении для смартфона можно найти примеры готовых роботов, а также задать множество параметров. Настроить систему управления, установить скорость вращения сфер, выбрать и задать параметры для отдельных ячеек. Проще говоря, придать роботу свой характер. Главным образом Cell Robot считается обучающим устройством. Именно поэтому он имеет большое количество настроек. Сферы робота можно настроить как по отдельности, так и совместно. Кроме скорости, можно, например, поменять позицию сфер. Камера тоже связана с приложением и настраивается индивидуально. В начальный комплект Cell Robot входит сердце, два колеса и одна дополнительная сфера. Его предзаказ обойдется в $155. Полный комплект стоит $625. В него входит сердце, 14 сфер, 4 колеса и 2 крепления для камеры. Канал Next Idea. Пишите в комментариях ваши мысли об этом изобретении. И, конечно же, ставьте лайк, если вам понравилась эта идея. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новейшими технологиями и изобретениями. Канал Next Idea.